Мы возвращаемся в Эль-Калафаты. На автовокзале вот такая вот роскошная птица из железа. И макет с четырьмя основными маршрутами. И вот это тот, который мы сделали вчера. Сегодня на улицах Эль-Калафаты появились регулировщики. Очень много детей, очень много машин. Привет, собаки! Соскучились? Добрая. Не будешь нас кушать? Да и чего, оно будет. Вот такая гвардия нас провожает сейчас. Привет! Привет! Ты такой серьезный. Не? Не серьезный? Этот вообще, слушай, он больше тебя, этот. Этот слоник. Иди сюда. Иди сюда, конь. Иди. Смотри. Боже, какой огромный. Что это за такой мальчик красивый? Что это такое? Есть тут и небольшой краеведческий музей. А тут вовсе не скучно. Больших залов. Все, что здесь выставлено, найдено в Патагонии. Thank you.
Вот это удивительные вещи. Наскальные рисунки. Но что это за техника у них была поставить на камнях? А вот этим кассовым аппаратом пользуются по сей день. Сейчас нам приготовят настоящие маты, напиток, который некогда подарили боги индейцам. Never try. Never try. Нет. Here. And water. The water. Finish. What градус? 70-75 around. Температура вода должна быть exactly. Больше 70. Для температуры. Thank you. Okay, no wait. No. Бомбили или бомбижью. Ее не трогают. Как воткнули, так и все. Это фильтр, через который посасывают маты. Главное, говорят, чтобы в конце был тот звук, который мы считаем неприличным. Но на самом деле это правильно. Сосуды делаются из дерева, из стекла. И, конечно, самый популярный – это из колебаса, из тыквы. Но у нас вот в данном случае деревянный. От того, из какого сосуда вы пьете, и даже от вида тыквы зависит вкус маты. Бомбижья должна стоять там, как вкопанная. Ей ни в коем случае маты не мешают. И вообще его не перемешивают. Засыпают, заливают кипятком и пьют. И постоянно подливают горячую воду, которая должна быть не больше 70 градусов. Напиток горький, некоторые добавляют в него мед, но говорят, если бы индейцы знали, как издеваются над их напитком, они бы переворачивались в гробах. Без всякого смеха могу сказать, что при заваривании эта трава выделяет фермент, который убивает раковые клетки. Я себя немного поправлю. Маты – это не трава, это засушенные листья дерева. И даже не кустарник, а высокие деревья. Родина этого дерева – Парагвай. Произрастает на всей территории Парагвая и немного на севере Аргентины, у границы с Парагваем.